В правительстве края появится новое управление. Оно будет контролировать реализацию национальных проектов. Об этом стало известно сегодня во время селекторного совещания по вопросам исполнения майских указов президента России. В нем принял участие глава Анапы Юрий Поляков. Основные задачи, на которых сделал акцент губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, это обеспечение роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в 2 раза. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов. Край, в свою очередь, должен реализовать 42 региональных проекта. Нужно добиться не только конкретных цифр, а изменить качество жизни жителей Кубани. Важны не цифры, не проценты, не отчетность, а новый уровень жизни людей.